ওই দিন ধ্যার্থনাথ মথুরনাথ কদাবলকস্য হৃদয়ং তদলোককাতরম দয়িত ভ্রমতি কিং করমি অহম। ওই দিন ধ্যার্থনাথ ওই মথুরানাথ কদাবলকস্য হৃদয়ং তদলোককাতরম দয়িত ভ্রমতি কিং করমি অহম। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল দিস শ্লোকা গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что это шлока это изначальный источник Гаудия Баджана. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что эта шлока – это источник Гаудия Баджана. На самом деле, что значит Гаудия Баджан? Это значит Випраламха Баджан. Гаудия Баджан значит… это плач, это молитва о милости. Не все могут это чувствовать. Это очень великолепное, превосходное по милости Шримати Радхарани. Эта шлока, она явилась в устах Мадхавенды Пурипада во время его перед его уходом из материального мира. Он повторяет, эта шлока явилась по милости Радхарани на его устах. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада, они говорят, что эта шлока изначально она произнесена Радхарани. И так или иначе она явилась через Мадхавенду Пурипаду. А Мадхавенду Пурипад, он подобен колонии Гаудия Баджана. Мадхавенду Пурипад, он основа всего Гаудия Баджана. Он главный, он основа. И как это возможно? И много споров на эту тему. Кто-то говорит, что Гаудия Баджан он начался только с Гуранги Махапрабху, кто-то с Мадхавенды Пурипады. И таким образом споры не утихают на эту тему, но мы знаем, что есть шлока в Махабхарате. Вот Махарадж ее произносит. Много так называемых преданных спрашивало у Гурки Шаудас Бауджи Махараджа. И вот они спрашивали его: «О, Махарадж, можете ли вы рассказать нам простой путь, по которому мы можем обрести лотосные стопы Верховного Господа? Есть ли какой-то простой путь, по которому, следуя которому, мы можем обрести лотосные стопы Верховного Господа? Какой же путь, пожалуйста, объясните нам?» И вот такие так называемые преданные глупые люди спрашивали у Гурки Шаудас Бабаджи Махараджа такой вопрос. И Гурки Шаудас Бабаджи Махарадж, он говорил: «Хорошо, плачьте день и ночь, плачьте день и ночь. И если вы будете плакать день и ночь, как, например, он приводил, когда ваши родственники, отец, сын или мать умирают, то в это время вы плачете подобно сумасшедшему. А можете ли вы плакать так, также ради Кришны, и тогда вы сможете обрести его. И это самый простой путь. Можете ли вы так плакать о Кришне?» Это говорил Гурки Шаудас Бабаджи Махарадж. И сейчас такой вопрос возникает. Какие-то преданные
И вот вопрос в том, что Гаудия Бхаджана, откуда возникает, возник от Мадхавенды Пурипады или от Гуранги Махапрабху. А в читании Читамрити Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, и вот он там говорит, что Мадхавенда Пурипад, он основа, он подобен колонии Гаудия Матха. И вот вопрос возникает, что многие из нашей Гурваги, Шрила Прабхупад, Вишванатха Чакравартипад и другие говорят, что без милости Гуранги Махапрабху это невозможно обрести настоящее сокровище, которое находится там, внутри Гаудия Бхаджана. И какое же решение, поскольку когда Мадхавенда Пурипад, он родился, тогда не было Чайтанья Махапрабху. Он еще не родился, но Чайтанья Махапрабху, он вечен. Это не значит, что когда его не было, ему еще не поклонялись. Как споры во Вриндаване и в Пурушоттам Даме идут на похожую тему. Какая-то группа говорит, что и вот они говорят, и вот говорят, что Махамантру надо наоборот повторять. Сначала Хари Рама, а потом Хари Кришна. Ну вот споры, в общем, идут о том, что как правильно Хари Кришна или Хари Рама сначала говорить. Они утверждают, поскольку Рама раньше явился, поэтому Хари Рама сначала говорить надо, потом уж Хари Кришна. Но это глупо. А если их спросить, что если мы примем вашу точку зрения, можете ли вы сказать нам сиддханту, по которой Прахлад Махарадж, который был в Сатья-йогу, почему он говорил о Кришне? Он, если... А Рама явился только в Трета-йогу, на две йоги позже, и как это возможно было для Прахлада Махараджа, что он вот в этой шлоке упоминает имя Кришны? Вопрос такой, как Прахлад Махарадж, будучи в Сатья-югу за миллионы лет до явления Кришны, и тем более Рамачандры, как он его имя узнал. Это глупая точка зрения. То есть то, что из-за того, что Рама первый явился, то, соответственно, в Махамантре имя Рама должно быть первое. Но вот в случае с Прахладом Махараджем видно, что Прахлад Махарадж, живя за миллионы лет до явления как Рамы, как и Кришны, упоминает имя Кришны все же. И также... И вот аватара Шри Кришны и Гуранги, они вечны, и поэтому мы не можем сказать, что кто-то... То есть мы не можем принять точку зрения Сахаджи, то, что из-за того, что Кришна явился позже, то его имя нужно повторять, соответственно, первым.
но наша Гурвага дает такую сиданту, что без милости Гуранги Махапрабху, я имею в виду Рада Говинды, это према, ее невозможно достичь без милости Гуранги Махапрабху. И вот наша Гурвага говорит, что хотя внешне видно, что Давинда Пурипад первый явился, Шри Чайтанья Махапрабху потом, то Гурвага дает нам такую сиданту, что в сердце Мадавинды Пурипада это гор аватара, снисхождение Господа золотого цвета, она уже явилась. И перед тем, как Махапрабху родился в этом мире, он уже явился в сердце Мадавинды Пурипада, и он мог видеть явление Шри Чайтанья Махапрабху. И такова сиданта. И таким образом, в начале всего Махарадж вот спросил вопрос, если какое-то прямое указание, но Кавикарнапур, он говорит Калпатару во Вриндаване, Мадхавинда Пурипад, он аватар этого Калпатару. Прямо мы не можем найти свидетельство, но такое косвенное только, что Асарва Бхама Бхаттачарья уже, он брихаспати, это про него ясно в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Асарва Бхама Бхаттачарья, он брихаспати. И вот Мадхавинда Пурипад, он пришел сюда, явился в этом мире в сампрадае Мадхвачарья, и он принял Экданда Саньясу. И в то время была такая обычная практика принимать такую Экданда Саньясу, но Триданди Саньяса, она более авторитетна. Триданди Саньяса, о ней можно найти ее описание в Бхагаватам. О саньяс-татве я буду говорить в дальнейшем, не сегодня. Но, так или иначе, Шри Чайтанья Махапрабху, он принял Брама Мадхава Сампрадаю, поскольку Мадхавачарья был учеником Вьясадева. Мадхавачарья, он ученик Вьясадева Госвами. И согласно нашей Гуру Парампаре, Мадхавачарья получил милость от Вьясадевы. И наш путь — это путь Шарвата Панхи, и мы можем... это ясно видеть из нашей сампрадаи. И перед явлением Гуранги Махапрабху все ачарьи, они посетили это святое место, место явления Гуранги Махапрабху. Но когда Шанкарачарья пришел, Махапрабху явился перед ним и сказал, что: «О, Шанкар, это не место для тебя, и, пожалуйста, уходи отсюда, ты не можешь здесь проповедовать Майваду, это не место для тебя». Но о Мадхавачарье мы видим, что Бхактивинода Тхакура пишет, что Шри Чайтанья Махапрабху явился перед Мадхавачарьем, Мадхавачарья благословил его и сказал, что скоро я явлюсь в твоей сампрадае. И сампрадая, она приходит сюда по желанию Верховного Господа, но все же нельзя никогда найти, что Господь начинает новую сампрадаю, поскольку начинание новой сампрадаи — это не обязанность Господа. И внешне мы не находим ни единого свидетельства, что Верховный Господь является в этом мире и начинает какую-то сампрадаю, поскольку
начинание сампрадаи – это обязанность преданного, который послан Верховным Господом. Господь, он не будет этим заниматься. И так или иначе, в сампрадаи Мадвачари мы находим, что когда Мадхавендра Пурипад путешествовал, то вот Лакшмипати, он получил дикшу. И также Адвайта Гасай, он получил дикшу от Мадхавендра Пурипада и Нитьянанда Прабху. Когда он путешествовал по различным святым местам, он тоже встретился с Мадхавендра Пурипадом. И внешне можно видеть, что Нитьянанда Прабху Баларам, он тоже получил посвящение от Мадхавендра Пурипады. И вот Мадхавендра Пурипад, говорится в Чайтанья Чаритамрите, что он подобен основе колонии Гауди Сампрадаи, поскольку такая према, которая у него была, она чрезвычайно редка. Только когда Шри Чайтанья Махапрабху, он отправился в Матхуру, и там был какой-то браман, и когда этот браман, он танцевал перед Адикешевой, то в то время они познакомились. И Махапрабху сказал, что тебе, несомненно, есть связь с Мадхавендра Пурипадой. И браман сказал, что да, он был здесь. И я был очень вдохновлен его личностью, принял прибежище у него. И Махапрабху, когда узнал, что он тоже ученик Мадхавендра Пурипады, захотел предложить ему свои поклоны. А точнее, этот брам, правильно. И Сиддханта в том, что не имея связь с Мадхавендра Пурипадой, такая брамана не могла бы быть у этого брамана. И Мадхавендра Пурипад, почему он произнес эту шлоку? Это бхава, чувство Радхарани. Это чувство Радхарани в своем наивысшем проявлении. И эта шлока, она произнесена изначально Радхарани, но так или иначе она явилась в устах, по ее милости, в устах Мадхавендра Пурипада. И мы хотим иметь какое-то четкое представление об этой шлоке и что это значит. Мы не можем понять значение этой шлоки. И суть в том, и каково же значение этой шлоки? Эта шлока значит, что Радхарани, она плачет о Кришне, который ушел в Матхуру, и в то время ее любовь, она проявляется в различных состояниях. И завтра мы можем обсудить то, что говорит Кришнадас Кавираж Госвами, что такая према, такая бхава, она практически невозможна. Даже когда Радхарани и Кришна, они совершали лилу в Враджа-даме, то даже тогда такое состояние, не было такого состояния. И вот Шрила Мадхавендра Пурипад, он плакал, поскольку Радхарани, она плакала, произнося эту шлоку. Кришна ушел в Матхуру. Кришна не с нами, и поэтому Радхарани, она не могла жить больше. Она говорила Лалите: «О, Лалита, я скоро умру. Я думаю, что я не смогу встретиться с Кришной, и поэтому Кришна
Я... Только по милости Мадхавинда Пурипад, только по милости Радхарани смог явить эту шлоку. И вот Радхарани по ее милости он получил ее чувство. И каково же значение этой шлоки? Значение в том, что Кришна ушел в Мадхуру, и в то время Радхарани плачет и говорит, что ты ушел, что Кришна ушел в Мадхуру, и сейчас мы, гопи, мы недостаточно образованы, чтобы служить Кришне должным образом. И говорят, говорят так. Но на самом деле Радхарани, она самая... Самая сведущая, самая образованная, но из-за своей любви они говорят, что мы ничего не знаем, мы не образованы, у нас нет никаких качеств, и поэтому ты ушел в Двараку, в Мадхуру, точнее. И поэтому они, вот, они говорят, что, может быть, из-за этого Кришна ушел в Мадхуру, а Мадхура — это важный город, где много образованных групп, и они могут служить ему лучше, чем мы, и поэтому, возможно, он ушел в Мадхуру по этой причине, и такая баба прямо у них. И почему они, почему Радхарани говорит Мадхуранадх, поскольку Кришна ушел в Мадхуру, она называет его Мадхуранадхам, а перед этим она называла его Враджендранандан, Яшодананданд. Но сейчас ты ушел в Мадхуру, и ты будешь находиться там, и ты не хочешь находиться с нами. Поэтому ты сейчас Мадхуранадх, и все люди Мадхуры, они любят тебя, хотят служить тебе должным образом, а мы не достойны служить тебе. И так или иначе, такое чувство было в ее сердце, когда она произносила эту шлоку. И когда же мы сможем опять видеть твои лотосные стопы? Мы хотим видеть твои лотосные стопы, мы хотим достичь тебя. А мы хотим... А мы хотим оказаться там же, где находишься ты. Мы не можем больше терпеть эту разлуку. И да, это значит самый близкий, дорогой. И поэтому Радхарани, когда плакала, то ее чувство так или иначе явилось в сердце Мадхавинды Пурипада, и он смог явить эту шлоку. И когда Мадхавинда Пурипад оставлял свое тело, то ему служил его ученик Ишвар Пурипад. И Ишвар Пурипад служил ему полностью. Все время, так как нужно, должным образом. И Мадхавинда Пурипад, он был очень доволен его служением и благословил его, что ты можешь обрести всю Кришна Прему полностью. Я благословляю тебя. И Рамачандра Пури во время... И вот и у него был еще второй ученик, Рамачандра Пури. Он был очень невежественный, он хотел дать совет своему Гурудеву, что зачем ты плачешь, Кришна, это Парабрама, можно думать о нем, зачем же плакать, он же Парабрама. И тогда Мадхавинда Пурипад, он очень разгневался. И отрекся от своего этого второго ученика Рамачандра Пури. I'm not going to get Mathura Nath, I'm not getting Krishna, I'm not getting Mathura.
And he is actually black face coming to advise me and, you know, warning with my separation is going to advise me. You go, if I look your face, then I cannot get, you know, appropriate body. И вот так Рамачандра Пури был изгнан своим Гурудевом. This way actually, он совершил оскорбление лотосным стопам Гурудева, и это и он также впоследствии смог совершить оскорбление лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху, он нашел какие-то недостатки в нем. Это о Рамачандра Пури говорится, и вот Мадхавендра Пурипат, это Випаламбха Виграха, это воплощение, олицетворение, точнее, разлуки. И когда Нитьянанда Прабху и все остальные преданные, они шли в Пурушоттам Даму, то в то время, когда они дошли до Кира Чора Гопинатха, то в то время Нитьянанда Прабху объяснял о Мадхавендра Пурипаде и о Кира Чора Гопинатхе и о его славе. Говоря правду, такого отреченного вайшнава практически невозможно найти. Мадхавендра Пурипад, он пример, он подобен мильному камню на нашем пути. Мадхавендра Пурипад, он олицетворение Нишкинчан Баджана. А что значит Нишкинчан Баджана? Нишкинчан Баджана значит, что без Кришны мы не можем думать даже, что есть что-то иное, кроме Кришны. Даже Кришна, он говорит Рукмини, что я Нишкинчан. Я Нишкинчан, и те, кто Нишкинчан, они любят меня. Because Krishna thing, rather than his lotus feet, is the only property Krishna has. А почему Кришна не Нишкинчан? Потому что Кришна думает, что у него есть единственное сокровище, это лотосные стопы Радхарани, и поэтому он и есть Нишкинчан. А мы можем сказать, что Мадхавендра Пурипад, он Нишкинчан, потому что единственное сокровище, что у него есть, это лотосные стопы Кришны, и поэтому он Нишкинчан. И в Чайтанья Чаритамрите мы можем найти, что Нитьянанда Прабху, он говорил о славе Мадхавендра Пурипада. Славу Мадхавендра Пурипада мы узнали сначала от Нитьянанды Прабху. И вот Нитьянанда Прабху перед всеми преданными рассказывал, что здесь случился случай вот с Кира Чора Гопинатха, что достаточно давно Мадхавендра Пурипад, когда путешествовал по этим местам, он был во Вриндаване, там на берегу Говиндакунды он совершал парикраму, и он сидел на берегу Говиндакунды, повторял харинам и находился в такой медитации, в воспевании святых имен и с этим харинамом. Если с харинамом вы не сможете встретиться с Кришной, то это ваш харинам не настоящий, поскольку с каждым святым именем, если вы встречаетесь с Хари, то это есть настоящий харинам, иначе это не настоящее повторение святых имен. Шрила Прабхупад говорил, что если вы повторяете харинам, то с этим харинамом, если вы можете встретиться с Кришной, то это настоящий харинам, иначе харинам несовершенен.
Мадхаведа Парипад из-за своей огромной любви. Он повторял святые имена на берегу Говиндакунды после того, как совершил парикраму. И вот с таким, такой, находясь в такой глубокой медитации, и о нем также говорилось, что Мадхаведа Парипад, он никогда ничего ни у кого не просил. Он был настолько отречен, что никогда он не просил ничто ни у кого. Если ему что-то приносили, не спросив его, какое-то молоко, то он мог принять это молоко и все, иначе он постился. Но и вот он повторил Харинам, и ему ничто не нужно было, но Кришна с Радхарани, они дали такой обет, что если какой-то преданный ничего не просит, то они сами ему это приносят. Это много раз случалось, не однажды, на Варшане, в Нандаграме, на Говардхане. Ну и в разных других местах там много преданных, и даже не так давно было, что они ничего не просили ни у кого, даже воды не просили, не говоря уже о чем-то еще. Но это обязанность Радхарани и пойти и дать им то, что им нужно. Накормить или еще что-то, или иногда Радхарани может Лалиту послать для этого. Там много случаев случалось даже не так давно по Враджадхаме. И вот Мадхаведа Парипад ничего не спрашивал ни у кого. И в таком случае, в каком-то писании говорится, что если никто ничего не просит, какой-то отреченный человек имеется в виду, то это его обязанность Кришны все это предоставить. И вот Кришна явился перед Мадхаведа Парипадой с горшком молока. И он дал этот горшок молока Мадхаведа Парипаде, попросил его принять это молоко. Мадхаведа Парипад посмотрел на него и сказал: «Почему ты, Кришна, спросил у Мадхаведа Пури, почему ты постишься, о чем ты думаешь, почему ты ничего ни у кого не просишь, какова же причина?» И вот Мадхаведа Парипад сказал: «Откуда ты знаешь, что я пощусь и ничего не прошу?» И Кришна сказал: «Как, откуда я могу знать, поскольку те гопи, они приходят сюда набрать воды из Говиндакунды и смотрят, ты сидишь долгое время, повторяешь Харинам, ничего не просишь, и поэтому они отправили меня с молоком. Откуда ж еще я могу знать?» Это они мне сказали. «Так что давай пей молоко, а горшок я попозже приду и заберу». И вот он отдал молоко и собрался уходить. А Мадхаведа Парипад, он посмотрел на него и увидел, что он очень прекрасен. Это был Кришна в форме мальчика, но по милости Кришны он не смог узнать его сразу. Кришна не хотел, чтобы Мадхаведа Пури узнал, что это он. И вот после того, как Мадхаведа Парипад выпил молоко, он помыл горшок и начал ждать, когда этот пастушок опять придет. Но Мадхаведа Парипад, он ждал долгое время, и вечер уже кончился, ночь началась, и Мадхаведа Парипад ждал, но все же он, этот мальчик не приходил. И после этого он смотрел внезапно, когда он повторил Харинам,
его начало клонить ко сну, и во сне он увидел, что этот самый мальчик, который принес ему молоко, он сказал, что его зовут Шринат Гопал, ты не мог узнать меня, я пришел к тебе, принес молоко, но я живу здесь, в лесу, долгое время, и я был установлен в Ваджанабхай. И с тех пор я жду, что кто-то придет и будет служить мне. И вот я жду, когда Мадхавендра Пурипад, он сможет прийти и будет служить мне. А где же ты? Я там внутри того леса. Раньше мои севаки из-за того, что напали мусульмане, они спрятали меня в том лесу. И сами сбежали, и с тех пор я нахожусь в лесу Говардхана и страдаю от лучей солнца, от холода, от дождя, и таким образом жду тебя, и ты должен взять меня, забрать с этого места и установить поклонение мне на Говардхане и начать вечное служение мне, и таким образом Гопал явился во сне Мадхавендра Пурипаду. Мадхавендра Пурипад, он проснулся и начал плакать о том, что Кришна явился перед ним, но я не смог узнать его, как же я неудачен, что Кришна явился ко мне, а я не узнал его. И вот он так начал плакать и плакать. И после этого, чтобы исполнить желание Кришны, Мадхавендра Пурипад пошел в какую-то близлежащую деревню, позвал Враджаваси, что Кришна этой ночью явился ко мне во сне, ваш поклоняемый Господь Гопал. Он находится там внутри леса, и пойдемте, найдем его, где он закопан. И вот все Враджаваси взяли инструменты, лопаты, топоры для того, чтобы там прорубить дорогу в лесу. И они пошли, нашли его, выкопали. Он был очень тяжелый. Вы, может, кто-то был там. Сейчас это божество в Гуджарате, в Натхадваре. И эту вегаху впоследствии забрали в Натхадвар. Валапрачарья и сын Валапрачарьи, и та виграха, ее забрали в Натхадвар. Но до этого она была на Говардхане, и таким образом Гопал Шринат явился, и Мадхавендра Пурипад совершал абхишеку из Говиндакунды, предлагал молоко и прочее. Потом Мадхавендра Пурипад установил эту виграху на вершине Говардхана, сделали какой-то временный храм и начали служить ему. И с тех пор Мадхавендра Пурипад организовал большой пир. И вот Мадхавендра Пурипад, он организовал такой анакут. И но никто не видел, что Гопал, он взял и был голоден, и он принял все подношения, он съел эти все, что ему предлагали, но по милости Гопалам, поскольку вот согласно шлоке из Ишупанишад, Ом Пурнамидам, вот эта шлока, то хотя он все это съел, оно осталось нетронутым, поскольку бесконечность плюс бесконечность, либо минус бесконечность, это равно тоже бесконечности. И таким образом весь просад,
несмотря на то, что он его съел, он остался нетронутым. И вот потом в Раджавасе они начали жертвовать коров для служения Гопалу. И день за днем у Мадхавенды Пурипады количество коров увеличивалось каждый раз, и они стало впоследствии 10 тысяч коров. И вот в Раджавасе и Мадхавенды Пурипады Гопал явился во сне и сказал, что долгое время я страдаю под лучами, страдал под лучами солнца, и, пожалуй, и оно горит, мое тело сейчас, и поэтому, пожалуйста, сходи в Южную Индию, принеси сандала и затри его в порошок и предложи мне. И Мадхавенда Пурипад, он каких-то двух преданных занял в служении Гопалу, а сам Мадхавенда Пури, он пошел в Бенгалию, потом в Орису, чтобы забрать этот чандан. И таким образом Нитьянанда Прабху говорит, что Мадхавенда Пурипад, он пришел сюда, в Кхирачхо Вримуну, и когда он смотрел на арати, танцевал в экстазе, воспевал святые имена, и потом смотрит, что 12 горшках предлагают Гопинатху. С этой рис, ну что-то вроде сгущенного молока с рисом, похоже, предлагали Гопинатху. И Мадхавенда Пурипад подумал, что прекрасное подношение предлагают ему. Если бы я попробовал, то мог бы также готовить и предлагать моему Гопалу. И вот он подумал так. И после этого ему стало стыдно, что я настолько жаден, что я хотел попробовать хир этого Гопинатха, как плохо. У меня нет права находиться здесь, и Мадхавенда Пурипад, он ушел на какой-то рынок, чтобы переночевать и с утра отправиться дальше в путь. И вот он сидел там, воспевал святые имена, и тем временем те пуджари, которые служили Гопинатху, он закрыл дверь и ушел спать, но ночью Кхирачхо Гопинатх явился к нему во сне и сказал: «Вставай, я спрятал горшок Кхира под своей одеждой, иди открой храм, возьми этот горшок Кхира, иди на рынок, там мой преданный Мадхавенда Пури ждет, иди отдай этот Кхир ему». И Пуджари был очень удивлен, как это возможно, каждый день я предлагаю Кхир, как один горшок попал под одежду. И вот он открыл, извинился и увидел, действительно, один горшок был под одеждой божества, и он забрал этот горшок и ушел. И пошел на рынок искать Мадхавенда Пури. Где же ты, Мадхавенда Пури, ради которого Гопал, он украл горшок Хира? Гопинат Хира. И Мадхавенда Пурипад был вынужден назвать и представиться. И Пуджари сказал: «Ты очень удачлив, ради тебя Гопинатх украл Кхир, и бери его, ты очень-очень удачлив». И вот Мадхавенда Пурипад тогда предложил свои поклоны Пуджари, Пуджари тоже поклонился ему, и он начал есть Кхир и плакать от любви.
что Кришна настолько милостив, что он украл кхир для меня. И он начал так плакать и есть этот кхир. И он потом вымыл горшок и сделал из него порошок и завернул в свою одежду. Поскольку каждый день Мадхавендра Пурипад, когда он повторил Харинам, он брал щепотку этого из молотого горшка и чувствовал прямо, и так он носил с собой вот этот горшок, измолотый горшок. И в дальнейшем Мадхавендра Пурипад решил сразу уйти с этого места, поскольку эта новость может распространиться везде, и что Гопинат украл кхир для него, и все придут кланяться мне, предлагать свое почтение, гирлянды и поклонение, и поэтому я не хочу этого, и я хочу уйти прямо сейчас. И вот Мадхавендра Пурипад сразу ушел перед рассветом. И так, когда он достиг Пурушоттам Дхамы, то он пришел и сказал пандам, что Гопал Шринаджи явился к нему во сне, и историю Шринадхи рассказал, и что Шринад явился к нему во сне и дал наставление, что должен организовать чандан. И попросил помощи, эти панды сказали, да, мы поможем тебе. И вот они рассказали царю об этом, царь тоже решил помочь. И принесли кучу чандана для него и камфору. Настоящую камфору, а не химическую. И после этого Мадхавендра Пурипад все собрался уже уходить, но было столько чандана, что он не подумал, как это все нести, где это Вриндаван и где Пури. И так или иначе, ему помогли донести это чандан. Но когда он проходил Римуну, он тоже решил отдохнуть там еще ночью. И пуджари узнали, что вот этот вот самый преданный, они выразились почтение ему, накормили просадом. И после этого опять во сне Гопинат Шринаджи явился к нему во сне и сказал, что весь твой чандан и камфору ты можешь предложить этому Гопинатху, он не отличен от меня, мое тело не отлично от его тела, тебе не нужно нести это все во Вриндаван, если ты предложишь мне это здесь, я получу благо от этого. И Мадхавендра Пурипад проснулся утром, рассказал всем севакам, что вот так и так, что Гопал опять явился ко мне во сне и сказал, что нужно сделать это. И пуджари сказали, что хорошо, мы все сделаем. Мы организуем людей, которые будут тереть этот чандан. И вот они так день и ночь тёрли чандан, предлагали его телу Гопинатха. И таким образом чандан ятра началась с того дня. Праздник чандан ятры, который продолжается 21 день, он начался с того дня. И Мадхавендра Пурипад, так или иначе, кто-то сказал, что Мадхавендра Пурипад оставил тело в храме Хирачара Гопинатха, и там его самадхи, чуть-чуть, там рядом буквально метров там 50 за
я когда был там, я всегда кланялся ему. И вот Мадхавендра Пурипад таким образом Нитьянанда Прабху рассказывал о его славе, и Гуранга Махапрабху говорил, какую милость Мадхавендра Пурипад получил, какую огромную милость. Три раза Гопал являлся к нему во сне, насколько удачлив он. И таким образом сочетание Махапрабху прославлял имя Мадхавендра Пурипада, и Мадхавендра Пурипад, когда он отправился в Матхуру сначала, то Чайтанья Махапрабху, он хотел выразить свое полное почтение Мадхавендра Пури, поскольку все ученики Мадхавендра Пури, большинство из них, Парамананда Пури и прочие, они все приняли саньяса. Но Махапрабху, он всем им выражал почтение как Гуру Варги, как старшим. И тот Самурия Брахман, о котором я говорил в начале, он сказал, что Мадхавендра Пурипад пришел сюда, он принимал прасад в моем доме. И когда Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что я тоже хочу принять прасад в твоем доме, то Брахман сказал, что для меня это невозможно, поскольку все общество будет критиковать тебя. Я Самурия Брахман. Ну и я из низкой касты, и от меня даже воду нельзя принимать. Но Махапрабху сказал, что нет, я не принимаю твоих суждений. Если сам Мадхавендра Пурипад, он смог принять прасад в твоем доме, то я также могу сделать это. Я не нарушу никаких правил этим. И таким образом Шри Чайтанья Махапрабху хотел выразить свое полное почтение Мадхавендре Пури и всей Гуру Варге все время. И сейчас Мадхавендра Пурипад, когда он вернулся в Бенгалию, он встретился с Адвайта Гасаем. И Адвайта Гасай, он видел, какая великолепная према у него, и он знал, что эта према, она недоступна в этом мире. И Мадхавендра Пурипад, он жил в доме Адвайта Гасай какое-то время и принимал там прасад, и Адвайта Гасай, он захотел получить посвящение у Мадхавендра Пурипада. И Нитьянанда Прабху, он тоже... Он где-то получил дикшу, кто-то говорит, что Лакшимпати, а большинство людей говорят, а наша Гурвага говорит, что нет, он получил дикшу от Мадхавендра Пури. И вот Мадхавендра Пурипад, он подобен колонии нашей Гауди Сампрадайи, и сегодня день ухода Мадхавендра Пурипада. И Випраламбха Таттва, она может дать нам ускорение, она может принести нам великий успех. Почему мы заинтересованы в Випраламбха Таттве? Вираха Таттва, она может дать нам, принести нам успех. Вираха Таттва, то есть чувство разлуки в этом материальном мире можно найти. Если мы теряем нашего отца, мать или каких-то других дорогих людей, мы плачем день и ночь, и эта разлука, она может поместить нас в океан страданий. Это в случае с материальными вещами имеется в виду. И такое материальное чувство разлуки, оно не может помочь нам, оно только приведет нас к опасности. Но Вираха Таттва, но относительно духовного это другое. Вот почему мы говорим о Вирбхавтитхи или Вираха Титхи или Вираха Махамахотсав, почему мы говорим? Поскольку Вираха Титхи с одной стороны оно прекрасно, и поскольку преданные
они оставляют это тело внешнее и начинают свое вечное служение. Подобно тому, как, если взять пример с кругом, окружностью, и мы начнем двигаться по окружности этого круга, то мы опять вернемся в начало. И таким образом начало и конец, оно едино. И также день явления, Авирбхав или Тирабхав, день ухода, они важны, но день ухода Вайшнавов или Верховного Господа, он более важен, поскольку во время явления, если какой-то Вайшнав или Господь является, то мы не можем понять, что он будет делать, и когда Вайшнав уходит, то мы уже видим его славу, его учение. И таким образом Вираха-таттва, Вираха-таттва, то есть чувство духовной разлуки, оно может принести нам удивительный успех. Я могу привести пример, вот, когда я был ребенком, иногда так называемый, один был так называемый преданный, он читал Рамаяну. И в то время в приглашали всех других людей из других деревень, что здесь Рамкатха, Рамаяну будет читать неделю. И этот человек, который читал Рамаяну, он был очень умен и читал Рамаяну таким образом, что все люди, они плакали буквально. И вот все люди собрались, чтобы слушать Рамкатху. И это, у человека была такая тактика, он так красиво пел, говорил, рассказывал, что, например, когда Сита Деви, она следовала за своим мужем в ссылку, то люди плакали от этого. И вот эти артисты очень искусны, что могут что-то представить так, что другие люди, которые слушают это, они будут плакать. И вот когда и вот таким образом, если кого-то приглашают на такую драму, и мы их приглашают не для того, чтобы они страдали и плакали, а плакали они для того, что из-за того, что этот рассказчик Рамаяны в данном случае очень искусен. И таким же образом, если мы, у нас будет чувство разлуки к вещам, связанным с духовным, то это даст нам успех в нашей жизни. Это подобно такому катализатору, ключу. Если в нашем сердце будет чувство вирахи, разлуки к Гурудеву Кришне, то вы, несомненно, будете достигнете успеха. Поэтому Вираха-таттва очень важна. Сегодня день ухода Мадхавендра Пурипада. Мы можем видеть, как он совершал баджан всю свою жизнь. И Гуру Парампара, так много преданных, они а еще есть такое заблуждение, что в Гуру Парампаре энергия, сила гуру, она каждый раз уменьшается, но это неправильно. Но смотрите, Мадхавендра Пурипад был, он полон Кришна Према и Ишвара Пурипад, он был единственный преданный, единственный ученик его, кто смог служить ему все время, всю жизнь, и из-за своей преданности Ишвара Пурипад получил то сокровище, которое было в сердце Мадхавендра Пурипада. А Ишвара Пурипад, он передал это Шичитани Махапрабху, Верховному Господу, и таким образом, если в нашей Гуру Парампаре какой-то
недостаток, какой-то разрыв в этом проблема. А если нету, то нет проблем, соответственно. Иначе, таким образом, если наша гуру парампара, она совершена, то мы получим ту же самую силу, то же самое сокровище. И так, таким образом, Мадхавендра Пурипад, он дал всю прему Ишвару Пурипаде. И Шингар, и он также Ишвар Пурипад, олицетворение Шингар расы из Вриндавана. Если есть какие-то вопросы, можно спросить. И еще я хотел сказать, что Мадхавендра Пурипад, он внутри его сердца, Гауранга Аватар, он уже был в Чан Аватар, в такой скрытой форме. Но не все могли понять это, но это очень важно. И согласно читанию Чайтамрити, Мадхавендра Пурипад, он колонна Гауди Банджана. Мадхавендра Пурипад is actually Kalpataru. Kalpataru is here. Kalpataru. Ityam ni tirja risi deva jhasavakari. This book I have already told you. And tomorrow also I can speak. So any question? Maharaj, you said that Ramchandra, he found the fault in Mahadevendra Pudipad. And then later, this aparat came to Chaitanya Mahaprabhu. But can you maybe explain a little bit scientific how this aparat is? Anyway, actually, it is written that any aparat. И вот любое оскорбление, если мы совершили лотосным стопам какого-то преданного, то если мы не осознали и не исправили, не искупили это оскорбление, то это оскорбление может увеличиться и как. И вот как в случае с Рамачандрой Пури, он совершил оскорбление в адрес своего Гурудева. Он не имел права давать какие-то советы своему Гурудеву, это оскорбительно. Мы должны принять наставление Гурудева и следовать им полностью в своей жизни, но он наоборот делал, он пытался учить своего Гурудева, который обладал премататтой. Он хотел, спросил, зачем он плачет. Можно же чувствовать, что ты браман, и все. И поэтому Мадхавендра Пурипад был очень разгневан. И эти оскорбления начали увеличиваться, и он начал находить недостатки в преданных Махапрабху и даже самому Махапрабху. Вот он, когда Махапрабху был в Гамхира Мандире, то Рамачандра Пури, он приходил часто туда и смотрел, что там происходит, и критиковал кого-то, и даже самого Верховного Господа. И однажды Шри Чайтанья Махапрабху сидел в своем Баджан Кутире, и Рамачандра Пури, когда пришел, он поклонился ему, Махапрабху Рамачандре, Мессида, поскольку тот был учеником Мадхавендры Пури, и он начал критиковать его, что ты смотришь, почему муравьи вокруг тебя так ползают, наверняка ты наелся сладкого, и поэтому
муравьи тут вокруг тебя бегают. И таким образом он совершал оскорбление день за днем. И однажды он сам его накладывал в просад Махапрабху, и потом начал, сам насильно клал побольше просада к ему на тарелку, потом начал его критиковать, что ты саньяси, как ты смеешь столько есть. И таким образом, если может какой-то преданный совершит оскорбление лотосным стопам гуру и вайшнавов, то нужно исправить это, искупить как можно быстрее. Как вот в случае с одним учеником Шрилы Прабхупады, он не совершал оскорблений никаких, потом как-то он... They openly declare, we have no right to sing. Harina, Hare Krishna. Совершила оскорбление лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Потом даже Харинама Прабху достиг оскорбления даже Харинама. Этот преданный утверждал, что святое имя нельзя громко воспевать. И таким образом, если мы не искупили, не предотвратили оскорбление сначала, то это оскорбление может разрастись, и мы можем стать этим пашанти, этим безбожником. Это много примеров этому находится. Следующий вопрос. Махарадж спрашивает о Гопинатхе в Римуне. Это долгая история была во время Лилы Рамачандры, когда Рамачандра отправился в Дандакаранью. Махарадж там был полтора года назад примерно, в то место, где Дандакаранья, и в то время Рамачандра, Сита и Лакшман, они были там в том месте, в Римуне. И тогда перед Ситой, Сита захотела увидеть его рупу, форму, и Рамачандра перед Ситадеви своей стрелой. Что-то не со стрелой, а что-то проявило божество Говинды, Гопинатха и Мадана Махана. Почему три? И с тех пор они там, рядом с Римуной, там деревня Сидхар Госвамипада. Или Сидхар Госвамипада. Как-то так. И какие-то преданные также говорят, что Баладев Видьябушин, он тоже происходит с той области. Кто-то утверждает, что с другой области, но так или иначе, это не столь важно. Мы спорить не будем с этим. Я был в том месте, в доме Шридас Госвамипада. Он совершал баджан на холме с городом Бадрак рядом. И там сам Нарисимхадев явился в его баджан кутере и благословил его. И в шастрах поэтому говорится, что Шрида Госвамипад знает всю Сиданту Бхагаватам по милости Нарисимхадева. По милости Нарисимхадева Шрида Госвамипад знает всю Сиданту. Он первый, кто комментировал Бхагаватам, а когда Валабхачарья, он хотел оскорбить Шридас Госвамипада, Мадавин Махапрабху очень разгневался, поскольку сам Нарисимхадев явился перед ним. There's two
kums near Ramuna. Also, Ramachandra made what? Two kums, two lakes. Two lakes, actually. They are speaking different thing. I don't know, actually. There's two lakes I have seen. I have no information about that in details. Anyway, but I went to the Samadhi Mandir of Narayan Guru Bhatta. So they are speaking here the Samadhi. Very lucky. So, actually, before Chaitanya Mahaprabhu coming, the appearance of even Mahaprabhu. И вот вы слышали также про Билва Мангала Такура, что Махапрабху также явился в его сердце. И такая огромная любовь, она такая прямо, она невозможна без Гуранги. В одном из киртанов поется об этом. Вот Махарадж повторяет этот киртан. И вот на сегодня, конечно,